Всем привет! И в эфире шоу «Бум против физмата». Сегодня у нас в гостях 10-й В. Федор Иван. Ксения Надежда. Смирнов Семен. И 10-й В. Рюмин Анастасия. Суханов Андрей. Горбунова Ирина. Правильный ответ. 1, 4, 5, 6, 7. Ура! Вот так. Скажешь. Второй вопрос. Обществознание. Ваш ответ? 3, 2, 2, 2. Правильный ответ 1, 3, 1, 2, 3. Следующий предмет – это математика. Назовите свои ответы. Вопрос по истории. Три, два, один. Ваш ответ? Антанта, это у нас Великобритания, Россия и Австралия. А Тройственный союз у нас Германия. Это неправильно. Правильный ответ. В Антанту входила Великобритания, Россия и Франция. А в Тройственный союз Германия, Италия и Австралия. Окей. Следующий вопрос у нас по географии. Ваш ответ? Норильск и Иркутск. Вот, у нас это правильный ответ.
блога, поэтому подойдите к ним внимательно. Вопрос из литературы. Правильный ответ – это рассказанный принадлежит Антону Павловичу Чехову. На этом первый блок закончился. Сейчас в некотором плане самый сложный блок. Второй блок нацелен на вашу ориентированность в взрослой жизни. Итак, первый вопрос. Что такое налоговый вычет? Вообще, налоговый вычет – это как кэшбэк от государства. То есть вы заплатили налог, и он вам возвращается в определенную сумму. То есть налоговый вычет – это сумма, на которой при наличии соответствующих оснований уменьшается налогооблагаемая база, то есть доход, с которого уплачивается налог. Право на оформление налогового вычета обладают только те граждане России, которые платят доходный налог по ставке 13%. То есть если вы оплатили налог, вам вернется часть налога обратно, как кэшбэк. Вопрос вам может показаться легким. Что такое управляющая компания? Обслуживание лицов какой-либо недвижимости, ну, жилья.
И это более правильный ответ, поэтому балл в этом раунде уходит команде гуманитарного класса. А вообще, управляющая компания – это организация, которая обслуживает многоквартирный дом, а собственно квартира ей за это платит. Третий вопрос понадобится каждому. Какие документы должны быть у каждого совершеннолетнего россиянина? В общем, какие у вас ответы? Наш ответ – паспорт, полис, НИЛС и свидетельство о рождении. В общем, паспорт, НИЛС, медкарта, ИНН, полис. Правильный ответ – это паспорт гражданина Российской Федерации, полис, ИНН и СНИЛС. И последний вопрос. В какое время нельзя нарушать тишину и покой в Якутии? Взять будние дни, это получается с 9 до 8, и с часу до 3, то есть когда обеденный сон у детей, нельзя шуметь. Выходные с 10 до 10, нельзя шуметь, и с часу до 3. Это очень полезная информация. Можно спорить с соседями тогда. Да. И по итогам всех блоков побеждает команда физико-математического класса с отрывом. Надеюсь, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь.